заревом кровавым пламенем. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем и силушкой стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немцу умоляя. Найн, твердем важно, расстреляет. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей. Но взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер чинно: ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирай. Как в смертельной этой круговерти изберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхает цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младший к груди своей прижал. Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: бита, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляет. Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночком, не цвести. Дура матка, получает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, поюга их тихо, вытирала скуп сыновьих кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь.